Здравствуйте, снимаю видеообзор специально для магазина 7745. Видеообзор на тосол. Тосол Сибири. Так, приобретен он был в магазине 7745. Канистра это 10-литровая. Так, тосол. Здесь указаны рекомендации для каких автомобилей. АвтоВАЗ, ГАЗ. В принципе, все русские машины подходят. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 110. Вот, по ГОСТу сделано, написано. Что у нас тут? Так, ну вот, спецификация. Изготовитель. Изготовлен он в России. Вот, информация, кому интересно. Гарантийный срок хранения 5 лет. Так, почему я выбрал именно этот тосол? Долго искал, что залить в машину после промывки системы охлаждения. Была рыжая жидкость тосол. А машина у меня русская, производство АвтоВАЗ. Вот, поэтому нашел тест журнала «За рулем», в котором испытывались охлаждающие жидкости. И вот этот вот тосол оказался очень даже неплохой. По итогам теста можете найти в интернете. Он не воспламеняется, потому что есть дешевые подделки таких не очень известных марок, которых тосол при нагревании воспламеняется. Температурный диапазон у него соответствует. Даже, по-моему, не до плюс 110 он вскипает, а вскипает при 111 градусах. Но это все в интернете можно найти. Так что, в принципе, тосол неплохой по отзывам в интернете. Можно брать.